дорогие друзья, я сегодня еду в парк Патриаршие пруды. И еду туда впервые. Так что, может быть, возможно, немножко поплутаю, но пока все нормально. Короче, вышла не в тот выход. Так что думаю, что иду немножко не так, как планировала. Поверните направо, а затем перейдите дорогу. Перейдите дорогу, а затем поверните направо. Вот и пришла. Если б не навигатор, тут трудно бы жилось. Итак, я в парке Патриаршие пруды. Сегодня день жаркий, и так хорошо, здесь такая тень. Вот и пруд. Я вижу всего двух лебедей, и вот их домик в центре пруда. Вот такая благодать, умиротворение.